православные вошли сегодня в Страстную Седмицу, которая предваряет Пасху. Эта неделя, самая строгая за весь пост, посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. В Великий Понедельник в храмах вспоминают евангельское повествование о проклятии бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов. А во вторник – об изгнании торговцев из Иерусалимского храма. В среду христиане скорбят о решении Иуды предать Христа. Великий Четверг посвящен сразу нескольким библейским событиям. Это Тайная Вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников и предательство. В пятницу в церквях пройдут богослужения в память осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя. Суббота посвящена воспоминаниям о сошествии души Христа в ад и возвещении пребывавшим там о победе над смертью. В тот же день в Иерусалиме должен сойти благодатный огонь.